Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Всем присоединяющимся. Сейчас. Секунда. Да, всем привет. Сейчас хочу открыть астрологическую программу. Секунда. Так, сегодня уже у нас 14 число. 14. Так, Светик, привет. Вижу знакомые лица. Ой, Сергей, добрый вечер. Сейчас ждем, потихонечку народ добирается. Открыла гороскопическую программу. Да, сегодня, если вы видели название эфира, поговорим о том, что происходит на небе. И как то, что происходит на небе, будет влиять на нас сейчас и в ближайшее время. Вот такая у нас будет тема. А то я тут вчера случайно открыла гороскоп. Ну, как случайно? Я периодически проверяю, смотрю, что там. И вдруг увидела, что на небе и земле началась война. И подумала, что надо, да, жопа полная, что надо об этом поговорить. Об этой нашей полной жопе. Так, ну для тех, как-то мы начали с неприличного, Сережа, это вы меня когда подбили на использование почти что ненормативной лексики. Но на небе на самом деле примерно так, все в ненормативной лексике. А как вообще сегодня день прошел? Мне кажется, сегодня какой-то очень тяжелый, странный день. Вообще очень странный. Как у вас сегодня вообще день? Я сегодня переругалась со всеми, с кем могла. И я по Юлиане соскучилась. У вас, Сережа, норм? Ну вот отлично. Мы сегодня просто, что-то у меня сегодня в такой прямо в пике. А когда маги ругаются, это же очень страшная штука. Я в основном себя контролирую. Но я что-то сегодня просто по поводу интернета отключили. Да, я сегодня по поводу взрыва негативных эмоций. У нас вырубило свет, вырубило интернет. Мы без интернета сидели, бог знает сколько. А потом позвонили в компанию, оказалось, что это, собственно говоря, наш энергетический выброс. И больше ничего, все остальное мирно. В общем, наладили. Так, ну что, мы с вами входим в очередное звездное пике. Вот сейчас у меня открыт гороскоп, и сейчас мы с вами видим в небе такую практически военную ситуацию. Марс в Овне делает квадрат. Вообще, у нас сейчас стал квадрат. Солнце, Марс стоят в оппозиции, и Плутон, Сатурн, Юпитер. В общем, у нас такой бешеный совершенно Тау-квадрат. Я вот на него смотрю, и будет он еще очень долго. И, наверное, надо немножечко нам с вами подумать о том, что с этим делать. И как с этим совсем нам справляться? Потому что будет второй заброс такой же ситуации перед Новым годом. То есть, в принципе, Новый год у нас нам расслабиться не дает. И ситуации, которые сейчас будут идти, это ситуации очень конфликтные, мировые. Это ситуации, связанные с всякими формами агрессии. Причем эта форма агрессии будет у нас по всем практически позициям жизни. И по военным, и по ограничительным, и по социальным.
Так что надо думать, как нам со всем этим с вами разбираться. Да, я не представилась для тех, кто новый на эфире. Меня зовут Светлана Таурт, и я руковожу Академией практической парапсихологии «Аэротрон». Соответственно, все наши эфиры про магию, про таро, про астрологию. В общем, про все, что касается сферы эзотерики. Все, что касается сферы эзотерики. Светик, я с ними поругалась и все. Ну вот поругаться — это как раз то, к чему сегодня, собственно говоря, и призывает картина в небе, что называется. Все, что к чему сегодня призывает картина в небе. Да, Ирина, привет, привет, привет. Ставим защиты, вот Сережа пишет. Слушайте, ставим защиты. Про защиту сегодня поговорим, про слив энергии сегодня поговорим. Дело в том, что здесь, да, такими простыми защитами, от чего защищаться? Да, обычно мы с вами говорим о защитах, когда нужно защититься от каких-то людей, от чужой магии, от, да, каких-то там, не знаю, опасностей. Но сейчас это, знаете, такой уровень, когда необходимо ставить защиты размаха космос. Защиты размаха космос. Да, Ксения, привет. Защиты размаха космос. Вот давайте мы с вами про все это и поговорим. Просто так, да, понимаете, что такое Плутон, Сатурн, космические тела, которые задают, собственно говоря, влияние на все сферы жизни, и не просто на индивидуального человека, а это еще разговор и про вообще социумы, народы, эгрегоры и так далее. Собственно говоря, вот эта компания, которую мы сейчас с вами видим на небе, она и устроила нам трэш 2020 года, все, что мы с вами проживаем, все проживают по-разному, понятно, что кто-то умудрился очень круто подстроиться и ситуацию коронавируса, так сказать, развернуть практически себе на выгоду. Но знаете, какая штука? По большому счету, да, все равно, как бы ты хорошо не пережил коронавирус, кто-то попал в тяжелейшие трэшевые ситуации. Но в любом случае, как бы ты хорошо не пережил коронавирус, мы все равно все с вами находимся сейчас вот в этом поле массового психоза. Очень важно, конечно же, не под него не попасть, не попасть под его влияние, потому что ситуация сейчас начнет потихонечку опять входить в пике. Я очень надеюсь, я живу в Санкт-Петербурге, я очень надеюсь, что как-то Питер все-таки удержится на грани разумного, потому что Москву уже начали плотно закрывать, многие страны Евросоюза закрыли опять просто очень жестко. Вот я разговаривала со своей подругой из Чехии. Прагу закрыли, Чехию закрыли полностью, закрыли все, рестораны, магазины, фитнес, ну все как было. Закрыли все по полной. Вот, да, кто-то нет. То есть это такая, да, тема массового психоза, она же никуда не уходит. И вот эта вся компания планет, она как задала нам этот ритм. Так, собственно говоря, в этом ритме мы пока и находимся. Понятное дело, что планетарные влияния, они имеют как такую коллективную энергию, так и индивидуальную. То есть те люди, кто попадут по своему рождению, по своей натальной карте, те, кто попадет вот в эти точки, в воронки так называемые, да, космического влияния, тем, конечно, будет сложнее. Это у нас козероги, рожденные, вторая половина козерога, да, то есть это январские козероги, где-то после 9 января кто родился. Это у нас овны. Это у нас овны, ну и, соответственно, позиция козерога-рак. То есть вот козероги, овны, раки, они сейчас находятся в зоне такого особого... В общем, нужно быть аккуратными, нужно быть, если, знаете, если ты не можешь, не знаешь, как от этого ставить защиты, то тогда выходи в кружевное состояние. Вот, 13 января, да, Сереж, вы вот сюда как раз и входите, в эту тусовку после 9 января.
Ну, слушайте, там с точки зрения соляра оно разгребется чуть-чуть. Да, но мы говорим про вот время, которое у нас сейчас идет, оно будет до декабря для вот этих знаков, для тех, кто находится в этих точках рождения, оно будет опасным и тяжелым. Потом в декабре у нас уже Сатурн с Юпитером, сейчас проверим, войдут в Водолей, сюда еще попадут под раздачу те, кто в начале Водолея. Значит, что со всем этим можно делать? Ну, во-первых, я вот здесь уже вижу, да, людей, которые были у нас на вебинаре «Майя, магические квадраты планет». И, конечно, это большое подспорье. Поэтому, и пардон, слушайте, вот сейчас, так сказать, спонтанная тема рекламы возникла. Просто это действительно тот классный способ, которым можно закрываться от подобных вещей, от тяжелых небесных влияний. Потому что мы там давали техники, как делать и громоотводы планетарные и так далее. Поэтому, да, вот кто был на вебинаре, вы можете всю эту информацию использовать. А кто не был на вебинаре, его можно купить, он есть у нас в записи, да, поэтому можно спокойненько в шапке профиля, в топлинк войти, и там есть наши афиши вебинаров, и есть те вебинары, которые можно купить. Значит, да, и там даны конкретные техники работы с планетарными потоками. Можно это использовать. Значит, если вы не знаете, что с этим делать, надо сразу думать о том, каким образом мы можем минимизировать негативное и разрушительное планетарное влияние на свою жизнь. У нас здесь получается задействована целая сцепка планет. У нас здесь активно задействован Марс, который сейчас будет утюжить, прям утюжить, возбуждать и Юпитер, и Плутон, и Сатурн, потому что он будет ходить, да, четко активировать негативные аспекты этих планет. Так, вот Сережа пишет: рекомендую. Спасибо, Сережа. Это вот к теме нашего вебинара по магии квадратов планет. Поэтому это на самом деле то, что реально даст вам в руки механизм работы. Итак, значит, смотрите, что можно с этим делать? Нам нужно с вами понять, что такое вообще планетарные негативные влияния. То есть, если мы говорим с вами о влиянии планеты, то мы говорим о качестве энергии. И нужно понимать, какая планета с каким качеством энергии связана. То есть Марс, но это даже для тех, кто не знает вообще астрологии, все знают, что Марс – это бог войны. Соответственно, Марс – это та планета, которая отвечает за агрессивные потоки, за силовые потоки, за военные потоки. Это там, где все бурлит, режет, колет. Это там, где много испытаний, это там, где много напряжения. Соответственно, наша с вами задача – это ослабить на себя влияние Марса, который аспектирует вот, да, весь этот стеллиум. Ну, стеллиум – это соединение планет. Как мы можем ослабить влияние Марса? Что, да, вот вы себе представили, что идет поток, знаете, это когда на тебя выливают там, ты под тучей стрел, на тебя затачивают нож, и на тебя льется кипяток. В общем, с этим, да, что с этим можно делать? В любом случае мы все попадем под эту энергию. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Какие способы на самом деле ее ослабить? Способ очень простой. Вы ничего не можете сделать с небесным влиянием, но вы точно можете работать с тем, как вы его встречаете. Потому что на кого-то энергия Марса произведет сразу, да, кто-то будет травмироваться, кто-то разругается со всеми, кто-то может попасть под раздачу. Энергия прет, ты все равно не можешь с этим ничего сделать. Значит, вот, сейчас скажу, какие камни можно носить, сейчас вот как раз про все про это, потому что у нас основной, знаете, такой включатель сейчас, вкл-выкл, да, основной включатель – это Марс.
И причем он сейчас перешел в ретроградную фазу. Кстати, у нас Меркурий начал ретроградную фазу, если кто-то не в курсе. Так что будьте осторожны с начинаниями новых процессов, новых дел. Да, соответственно, если вы... да, он сейчас в ретроградной фазе, он подуспокоенный более-менее. То есть он запускает сейчас механизмы, которые сейчас... сформируются, а активируются чуть позже, когда он изменит движение на директное. Да, у нас планеты, они, это такое условное понятие, да, обратное движение, и планеты на самом деле идут в одном направлении, но да, с учетом преломления небесной сферы, они для жителей Земли создаются впечатление, что они идут назад. Так вот, значит, смотрите, какая штука. Эту энергию нужно каким-то образом выпускать. То есть вы, встречая активную энергию Марса, вместо того, чтобы быть куклами, да, которые он будет толкать, ронять и так далее, бить, вы должны понимать, что это за энергия, как мы можем ее у себя, соответственно, убирать. Значит, или компенсировать. Самое простое – это эту энергию тратить. Вам нужно активно ее тратить. Но самые простые способы тратить энергию Марса – это, конечно, спорт. Это, например, какая-то очень активная деятельность. Это какая-то очень активная деятельность. Спорт, спорт, спорт. Да, спорт, спорт, спорт. То есть нужно быть максимально активным. Тогда он не проедется по вам асфальтным катком, а тогда та энергия, которую он будет вас забрасывать, она будет перерабатываться и уходить в мирное русло. Самый простой спорт, да, дайте себе на этот период какую-нибудь там нагрузку непривычную, больше, чем обычно. То есть здесь, понимаете, у всех все по-разному. Если вы вообще не занимаетесь спортом, ваш основной спорт – это телевизор на диване, то это может быть маленькая нагрузка, там, я не знаю, 10 раз пресс покачать раз в день. Если вы спортсмен, то, соответственно, нужно ее увеличивать. Нагрузка должна быть увеличена больше, чем она у вас обычно есть. Это может быть работа с металлом, не знаю, точите ножи каждый день. Знаете, дайте садхану, садхана – это такой, да, договор с высшими силами. Да, это то, что я приношу в жертву Марсу, например. Я там, дайте себе зарок, я буду каждый вечер точить ножи, потому что Марс – это металл, это работа с железом. Соответственно, точите ножи. Это может быть, например, не знаю, ходите в красном, это тоже будет жертва Марсу. Купите себе 7 недельку красных трусов, 7 пар, да, и вы можете в его, вы можете отдавать жертву, потому что Марс связан с красным цветом. То есть вам нужно что-то сделать, что будет энергию Марса переводить вот в это мирное русло. Да, бег по утрам. Вот Сережа предлагает бегать по утрам. Это катастрофа. Даже ради Марса я не буду бегать по утрам. Но на велике по утрам я катаюсь. Вот, значит, это самые простые способы. Дальше, также Марс. Это магическое действие. Если это не спорт и не война, то это может быть магия. Это могут быть какие-то активные формы магии. Соответственно, вы можете, да, посвятить Марсу, там, не знаю, я 3 раза в неделю буду делать какие-нибудь чистки себе. И вы будете таким образом эту энергию реализовывать. Потому что здесь, чтобы было понятно, что это самая простая штука. То есть вот представляете себе, когда у вас кипит кастрюля, из нее выбивается вода. Вот это энергия Марса, которая сейчас будет переть. Для того, чтобы у вас не залило все, вам нужно приоткрыть крышечку и выпустить. Вот подобная практика, да, о которой я вам сейчас говорю, это как раз приоткрыть крышечку и выпустить. И вы дальше можете в этой кастрюле, на самом деле, на этом кипятке еще и супчика сварить. То есть здесь можно, в общем-то, сделать еще и практику, которая
которая вам поможет, потому что при таких, конечно, активных энергиях можно, если ты умеешь ею владеть, то ты можешь еще и сделать для себя много полезного. Например, ты можешь для себя увеличить какую-то рабочую нагрузку, ты можешь быть гораздо более эффективен, но опять же, только с учетом того, если ты будешь в любом случае в активной форме. Вы можете сделать, например, Марсу красную свечу. Вот хорошо, причем начинать делать, сейчас я вам скажу, когда, потому что у нас с вами... потому что у нас с вами пока идет ретроградная фаза, есть время. Она долго здесь у нас еще будет. Он долго пока еще будет ретроградить. То есть время есть у вас, дофига на самом деле времени. Можно сделать Марсу красную свечу. Вот он переходит у нас в активную фазу, в директную фазу, переходит 14 ноября. То есть времени у вас, чтобы сделать эту свечу до 14 ноября, на самом деле полно. Просто ее лучше сделать заранее, потому что, смотрите, какая штука. Я вам сказала, что пока он ретроградный, его энергия будет более-менее придерживаться, но не у всех. У некоторых, у кого, например, от рождения Марс ретроградный, эта фаза может выглядеть очень даже активной. Поэтому, по большому счету, нужно заранее подстилать себе все соломки, которые какие только можно. И, соответственно, сделайте Марсу, посвятите Марсу красную свечу. Сделайте Марсу какой-нибудь талисман на металле. Очень хорошо носить сейчас камни Марса, марсианские камни. Вообще, в принципе, это любые, могут быть любые красные камни. Это может быть красная яшма, это может быть рубин, например. Это может быть корниол, это красный агат. Это может быть пирит, пирит в чистом виде связан с Марсом. Это может быть гематит. Это тоже камень, который в чистом виде связан с Марсом. Да, вот пирит, гематит и, в принципе, красные камни. Сделайте себе красную свечу. На красной свече напишите свое имя. На красной свече нарисуйте пентаграмму. Форма Марса, если мы говорим о символической форме, то это пентаграмма. Нарисуйте пентаграмму. Напишите, кто знает, вы можете написать на этой красной свече ангелов, духов, демонов Марса. Кто не знает, забудьте. Просто нарисовали вокруг фитиля свое имя, нарисовали пентаграмму. На всех вершинах пентаграммы поставили значок Марса. На всех вершинах пентаграммы ставите значок Марса. Скажите мне, пожалуйста, понятно про вершины пентаграммы и значок Марса? Если непонятно, то сейчас нарисую и покажу. То сейчас нарисую и покажу. Так, значит, смотрите. Я сейчас говорю об общей ситуации на небе. Вот Сергей задал вопрос, а если в натальной карте секстиль Солнца с Марсом, спасет ли это? Смотрите, какая штука. Понятно, что у вас в натальной карте Марс более-менее гармоничен, да, он поддерживает вашу личную энергию. Но, скорее всего, Сереж, это поддержит вашу личную форму, но не защитит этот аспект от внешнего влияния. То есть это будет, да, секстиль Солнца с Марсом натальный, не даст Марсу устроить вам переломы, какие-то обострения болезней, да, скорее всего, вот здесь он поддержит. Но внешнее влияние, вот эту агрессию, которая может формироваться во внешней среде, вот здесь он у нас, конечно, не поддержит. Так, вот смотрите, я нарисовала пентаграмма, вокруг 5 значков Марса. На каждой вершине пентаграммы у вас 5 значков Марса. Да, вот такой знак нарисуйте на звезде, на свече. Вокруг пентаграммы, соответственно, вы, да, вокруг фитиля вы пишете свое имя.
Вы можете добавить туда. Слушайте, даже если вы не были на квадратах планет, вы не знаете, как с этим работать, но, например, магические квадраты планет есть в интернете. Вы можете просто взять в интернете, набрать магический квадрат Марса, и у вас он выскочит. Возьмите его прямо из интернета, перерисуйте на свечу, да, и вы таким образом выставите те символы Марса, которые вас будут защищать, которые устроят вам, собственно говоря, вот этот защитный щит. Это как раз то, что нам нужно. Потому что с Марсом люди не шутят. Знаете, шутить можно с чем угодно. Вот знаете, с ретроградным Меркурием, про который все так, весь интернет всегда этим по этому поводу шумит. Боже, ретроградный Меркурий, нельзя делать рекламу, нельзя то, нельзя сё. А с ретроградным Меркурием договориться можно. Говорится, можно гораздо проще, чем вот с такими аспектами Марса. Марс вообще не шутит и шуток не понимает. Поэтому к нему нужно относиться с уважением и да, во избежание всего чего угодно, несчастных случаев в своей жизни, обязательно нужно это делать. Можно сделать себе, слушайте, тоже не проблема, можно сделать себе, например, браслетики какие-то с камнями Марса. Можно, да, их зарядить и носить. Можно сделать себе просто какую-то подвесочку. Но нам нужно обязательно вот эту, да, вот эту вот его атаку на себя, ее нужно обязательно уменьшить. Если говорить о мировой ситуации, то у нас в любом случае до Нового года мы не расслабимся, люди. И вот мы начали с вами эфир с такого слова «жопа», которое вроде как не особо употребимое, но, как говорила Раневская, странная вещь. Жопа есть, а слова нету. Да, так вот, собственно говоря, все есть, и жопа, и слово. Потому что ухудшение ситуации, оно точно будет сейчас, и к этому нужно быть готовым. Будет по всем позициям. Здесь вот ничего такого, знаете, к сожалению, утешительного сказать не могу, потому что у нас целый год идет война земли и неба, и так оно пока и будет продолжаться и не ослабиться. Я вообще думаю, судя по тому, как это у нас история в гороскопе развивается, то перед Новым годом может быть вообще какой-то очень серьезный трэш. Перед Новым годом может быть, сейчас даже скажу, когда. Практически перед Новым годом, перед самым. Середина декабря. Начиная с середины декабря, с 16 декабря, и там у нас еще Луна может активировать всю эту компашку, а вот начиная где-то, да, мне очень не нравится число, там 15, 16, 17 декабря, вот эти числа. И здесь, да, вот вся эта атака будет бомбической, потому что здесь нужно вообще себе. Я сейчас скажу, когда у нас Марс выйдет из этих напряженных аспектов, он будет периодически ослабевать, он не будет стоять у нас просто вот в одинаковой агрессии. Потом у нас 10 января Марс делает квадрат к Сатурну, и там что-то может быть нехорошее совсем. Слушайте, весь январь трэшевый, 21 января Марс выходит из этого бомбилова всего. 21 января ситуация расслабляется. Вот у нас она сейчас идет, она началась, она будет ослабевать, усиливаться, но в принципе весь этот поток стоит. И потом еще Марс пройдет по Урану в Тельце, а это может быть что-то очень серьезное, связанное с деньгами на мировом уровне. И, в общем, вот только в январе месяце. Только в январе месяце, люди. Поэтому смотрите, какая штука, да, продолжая наш с вами разговор. Мы ничего с этим не можем сделать, с тем, что происходит на небе. В этом случае нужно совершенно четко сформулировать
сформировать, вот, да, настроиться на себя, на защиту себя, своих близких и своей жизни. А весной снова карантин. Слушайте, Сереж, до весны еще дожить надо. До весны еще надо дожить. Поэтому нам бы еще зиму пережить. А уж там, знаете, до весны еще далеко. Вот, значит, смотрите, итак, да, вот мы с вами поговорили, золотой телец спасет. Ну, слушайте, не спасет, у нас Уран в тельце, и по нему врежет Марс, а это, конечно, всякие экономические перевороты. Это экономические перевороты, и там будет квадрат Урана с Юпитером и с Сатурном. Ждем больших потрясений и даже, знаете, прогнозов на том, во что спрятать деньги, в какой валюте и будет ли эта валюта еще, да, не упразднять ли вообще наличку, еще вопрос. Ну, понятно, что на это надо много времени для того, чтобы провести такую мировую экономическую реформацию. Но я думаю, что дело к этому. Я думаю, что дело к этому, если честно. Так вот, значит, смотрите. Итак, для того, чтобы нас не добил Марс, делаем ему красную свечу, посвящаем ему красную свечу, опять же, за ним бегаем кругами, катаемся на велосипедах, качаем пресс, я не знаю, все что угодно. Все что угодно. Можно... Винца выпить надо, однозначно. Винца прям надо выпить. Красненького. О, кстати, Марс еще связан с алкоголизмом. Мы сейчас с вами, на самом деле, придумаем очень классную садхану по тому, как убирать Марс. Можно пить. Марс связан с алкоголем, поэтому можно пить. Так что красное вино вы, например, будете не просто пьющим, а вы будете астропьющим. Вот можно придумать такое, знаете, слово астропьющий. Да, астроалкоголик мы не будем придумывать слово, а астропьющий можно. Вы будете посвящать, у вас будет сделать, например, стакан, расписать его пентаграммой Марса, посвятить его, в него наливать красного винчика или коньячку и за здоровье Марса выпивать. Мы с вами сейчас придумали пресс качать, кругами бегать. Мы с вами придумали прямо классную схему, как это сделать. Да, Жанна, добрый вечер. В общем, мы тут веселимся по поводу страшно. Вот, значит, теперь смотрите. И что нужно обязательно еще, люди, подкачивать? Одним Марсом мы с вами здесь не обойдемся. На пробежку с бокалом, да-да-да-да-да. Знаете, как эти у марафонцев, у них же с собой всегда эти, ну, такие бутылочки специальные, в которых у них водичка, а у нас там будет красный винчик. Ой, вообще отлично. Это мне так нравится, так хорошо, что все оптимисты. Знаете, когда страшно, остается быть только оптимистом. Но я так напряглась, конечно, когда увидела всю эту историю. Вот, теперь смотрите, какая штука. Значит, одним Марсом мы с вами не отделаемся. Да, у нас вторник – день Марса. Посвящаете вторник Марсу, он и так день Марса. И придумываете себе какую-нибудь крутую практику во вторник, посвященную Марсу. Вот к теме. Муж Овен вчера так упал, поломался, теперь в больнице. Уже поздно ему ставить свечу. Нет, свечу ставить не поздно. Обязательно делайте, обязательно магический квадрат, свечу. Сделайте ему обязательно камушек, который вот эту вот, да, энергию, которая будет мешать заживлению, потому что Марс мешает заживлению всегда. Пускай он его носит, обязательно, люди. Потому что, да, ну это вот не шутка. Так, сплошное веселье в этом году, войны, кризисы, пандемия, уже готова кушать оливье и запивать вином, лишь бы в этот год закончился. Слушайте, но кушать оливье и запивать вином, это на самом деле не самое страшное. Это правда. Это правда, люди, но год еще не заканчивается. То есть 2020-й, это как и было всеми обещано, вынесет весь мозг, он и выносит мозг, но это еще не все. Поэтому нам надо пережить эту ужасалку. Осталось все равно не так уж много, да, то есть, в принципе, в январе, в середине января где-то, да, у нас эта вся история начнет рассасываться. Значит, смотрите, про что еще нужно не забыть? Значит, кроме того, что можно себе все переломать и со всеми разругаться, так как у нас эти все аспекты связаны с Юпитером, а это к этому всему еще можно обнищать,
Это еще связано с Сатурном, и это можно еще очень серьезно заболеть и вообще, да, попасть в какую-то такую очень кризисную, тяжелую, затяжную, долгую яму. Поэтому нам нужно еще на самом деле как-нибудь так и Юпитеру с Сатурном, сделать реверансы. Ну, например, из самого простого, да, чтобы не запутаться во всем, потому что можно сделать еще свечи Юпитеру и Сатурну. Сатурну черную свечу, Юпитеру, например, фиолетовую свечу. Так, читаю просто. В то же время пару веселых друзей подкинул этот год. Слушайте, здесь, да, я уже про это вот говорила в начале, что у всех по-разному. Ну, вот у меня хороший год. Но что такое, опять же, понимать, что у меня хороший год? Вот эти устраивать пир во время чумы, потому что если мы все-таки будем входить с вами в космическое пространство, то год страшный. Но все пережили по-разному. Да, нужно страховать. Я начала страховаться в ноябре прошлого года. Я в ноябре как начала давать эфиры про то, что и всякие разные давать всем техники, практики, что с этим делать, чтобы пережить нормально год, что будет полная жопа. Поэтому я в ноябре прошлого года начала себе подкладывать все соломки, какие только можно. Так что, да, вот и здесь то же самое. Просто здесь не надо лениться, люди. С небесными силами не шутят. Итак, значит, смотрите, Юпитер и Сатурн. Значит, у нас есть один вариант. Вы можете сделать так же, как и Марсу. Свечу Юпитера и Сатурна. Вот они у нас сейчас, да, представляете себе, комната. В комнате три человека, которые все друг друга ненавидят. Потому что Юпитер с Сатурном являются самыми большими врагами в астрологии. Потому что Юпитер – это принцип у нас расширения богатства. Сатурн всех пытается обнищать и посадить в тюрьму или уложить на больничную койку. И вот они, значит, застряли. У нас самый страшный пессимист гороскопа и самый главный оптимист гороскопа. Они в одной комнате. Они друг друга ненавидят, друг друга не понимают. Они в соединении и болтаются, и трутся так всю дорогу. В эту же комнату вошел Марс, который вообще считает, что не о чем разговаривать, надо просто всем по башке давать. И, соответственно, вот эта свара, в которой мы сейчас находимся, да, вот это сейчас то, что происходит на небе. Поэтому нужно каждому дать какое-то задание, каждого, знаете, слегка утешить, каждому их надо развести. Вот для того, чтобы их развести, вам нужно, соответственно, либо сделать две свечи, свечу Юпитеру и свечу Сатурна, точно так же, либо дать им какие-то садханы, либо дать им какие-то садханы, ну, например, по Сатурну, чтобы вас не накрыло по Сатурну. Это может быть очень простая садхана. Например, там, я не знаю, раз в неделю не жрать. Или раз в неделю, допустим, не знаю, не можете вообще голодать, значит, окей, чего-то не есть. Да, Сатурн, он прорабатывается любыми ограничениями, любыми аскезами. Поэтому вы можете дать какую-то такую садхану. Можно носить камни Сатурна. Камни Сатурна – это раухтапас, это гагат. Это гранаты любых видов. Вы можете вообще для себя состряпать такой браслетик, который будет громоотводом, да, потому что вам надо, знаете, молния, когда бабахает, надо, чтобы, если она летела в ваш дом, чтобы на вашем доме стоял громоотвод. Вот будет все уводить. Вы можете, например, сделать браслетик из камней этих планет. Сатурн, Юпитер и Марс. Про камни Марса я вам уже сказала. Камни Сатурна только что назвала. Камни Юпитера – аметист. Камни Юпитера, бирюза, да, основной камень Юпитера. Корунды, в принципе, относятся к камням Юпитера. То есть это может быть, например, сапфир, это может быть, например, шпинель. То есть вы можете взять, соответственно, камушки и сделать себе маленький браслетик вот так вот через один. Да, допустим, бирюза, допустим, раухтапас, и, к примеру, там, не знаю, гематитик, да, и у вас будут камни, которые будут брать на себя вот этот вот поток, который, да, вместо того, чтобы будет направлен на разрушение и деструкцию вашей жизни, то есть, собственно говоря, он будет разговаривать с тем талисманом, который вы носите. Зарядить, чтобы эти камни, да, сделать такой браслетик. Либо, слушайте, не умеете делать браслетик, не знаете, где купить.
купить. Вообще, люди, нет проблем. Купите просто 3 обыкновенных за 2 копейки вот таких камушка, да, или там 3 по 3. Возьмите себе маленький мешочек тряпочный, их туда сложите и носите. Все. И не надо вообще этим делом геморроиться, потому что нужно обязательно эту энергию оттягивать. А если нарушишь садхану, по голове дадут... Сережа, по голове дадут и без нарушения садханы. А если нарушишь садхану вот данную... Знаете, одно дело, когда ты делаешь какой-нибудь магический ритуальчик или коррекцию, или там рунически себе делать какой-то талисманчик, и вы не дали себе садхану и нарушили. Ну, дадут слегка по голове. Но это такое, знаете, в сфере вашего, нашей местечковой проблемы. А если вы даете садхану космическому пространству, то эту садхану нарушать нельзя, потому что здесь голову могут еще и снести, а не только по голове дать. Так что здесь у нас с вами, ну, как бы здесь не шутим. Лучше дайте маленькую садхану. Не обязательно же давать что-то прямо такое, ох, какое страшное. Дайте маленькую садхану, но такую, чтобы вы ее выполнили и не нарушили. Сережа, дайте садхану, я просто помню, вы там, по-моему, не пьете до Нового года, дайте садхану, наоборот, пить. Слушайте, садханы могут быть разные. Можно дать садхану, например, пить. Это же тоже садхана. И все будут довольны. Значит, смотрите, давайте еще, да, вот вернемся к этой истории. Вот скажите, пожалуйста, понятно ли вот сейчас, да, то, о чем мы с вами говорили, о том, что, да, наша задача развести деструктивную энергию вот между этими... у нас еще Плутон в этой тусовке. Знаете, Юпитер, Сатурн, у нас еще Плутон в этой тусовке. Просто влияние Плутона, конфликт Плутона с Марсом идет чуть позже. Кстати, мы сейчас посмотрим, когда это будет... Так, понятно, хорошо. Кому совсем непонятно? Понятно, отлично. Сейчас посмотрим, когда у нас будет квадрат Марса с Плутоном еще, кстати сказать. Вот это красота. Сейчас скажу. Так, квадрат Марса с Плутоном приходится... Слушайте, ну, наконец декабря. Блин, у меня тут... Так, у нас еще Плутон. Значит, вопрос, подскажите, есть ли квадрат Плутона? Квадрат Плутона квадратом Сатурна заменить нельзя. Я вас опять отсылаю к нашему вебинару. На нашем вебинаре по магии, по магическим квадратам планет мы даем все 7 квадратов Септенера. Это естественно, они есть в интернете, но в интернете нет никаких практик работы с ними. Мы даем практики работы с ними. Мы даем квадраты высших планет Урана, Плутона и Нептуна. И мы даем квадраты черной и белой Луны. Да, этого вы уже нигде в интернете не найдете. Поэтому, если действительно хотите с этим работать, то милости просим, берите вебинар. Это не курс, это вебинар. Вебинар стоит 3000. Вебинар стоит 3000 рублей. Потому что мы там даем вообще все. Вообще все. Он у нас, кстати, состоял, по-моему, из 2 частей. Слушайте, зайдете на наш сайт, на ссылку, вот я еще раз говорю, в шапке профиля в Instagram топ-линк, нажимаете афиша вебинаров, и там он уже был, он в записи, он продается в записи. Он уже был, и вы смотрите вебинары в продаже и находите магические квадраты планет. Я думаю, что он был в 2 частях. Потому что у нас была одна часть полностью практическая, мы даем ритуалы работы, как раз квадраты черной, белой луны и так далее. И там, соответственно, его можно взять. Слушайте, ну раз уж пошел разговор о рекламе, у нас, между прочим, завтра вебинар очень интересный, я веду по магической работе с маятником, потому что в интернете полно про всякую такую, знаете, там, да, нет, еще чего-то, я даю магическую работу с маятником, как можно использовать в маятнике в создании каналов, полей, как можно с ими работать, вообще, как маятника можно порчу снимать, как и можно деньги, любовь накачивать, все виды, все-все-все даю. Вот, Наташа подсказывает, там 2 части по 3 часа, да, точно. Так, Сережа пишет, квадрат
Меркурия помог мне подлечить человека с рунами. Отлично. Да, отлично. Так они очень практические на самом деле. Там можно с ними работать, одно удовольствие. Да, задавайте вопросы. А, вы имеете в виду по вебинару? Да, конечно, задавайте вопросы, мы отвечаем. У нас всегда люди задают, мы отвечаем, и чаты есть. По вебинарам нету чатов, но вы можете писать в директ, либо мне писать в личку. И все, никаких вообще проблем. Так, значит, вернемся к Плутону все-таки. Пару слов про Плутон буквально скажу. Все знают. Да, что Плутон – это планета смерти, то есть это одна из самых страшных у нас историй. И у нас будет квадрат Плутона с Марсом. Люди, квадрат Плутона с Марсом бывает каждый год. Да, потому что, не каждый год, у Марса срок обращения 2,5 года, то есть он делает с двух сторон у вас квадраты практически каждый год. Здесь смотрите, какая штука. Сложность в том, что сейчас в связи с тем, что вот эта ситуация была очень долго, она активна, знаете, все поле взбудоражено. Поэтому этот квадрат Марса сработает не так, как он срабатывает у вас там раз в 2 года, а он сработает на совершенно другом уровне. Это, знаете, как ружье, в котором долго-долго натягивали пусковой крючок. Поэтому, да, вот здесь, опять же, все надо подстраховать. Значит, каким образом? С Плутоном, конечно, работать сложнее. Если Марс у нас – это спорт, то с Плутоном у нас способов работы не так много. В основном, конечно, это магические способы работы. Энергия Плутона поглощается магией. Но коли вы на магическом эфире, значит, все здесь присутствующие хотя бы чуть-чуть, что-то немножечко, да в этом плане, наверное, могут. Поэтому отрабатывать Плутон лучше всего магической практикой. То же самое, сделайте там посвящение Плутону. Можете соединить с Марсом. Да, там раз в неделю чистка, либо, не знаю, читать какие-нибудь заговоры там раз в 3 дня, что-то, как можно больше делать коррекции, талисманов, там, я не знаю, все, что вы умеете. Энергия Плутона поглощается магией. Энергия Плутона, потому что у нас с вами варианты какие? Копать могилы на кладбище? А, ходить на кладбище можно. По Плутону тоже и с Сатурном заодно отработаете. Да, можно делать себе раз в неделю... А, с сексом! Боже, я забыла про секс. Мне вообще стыдно. Мне просто страшно стыдно. Да, Плутон отрабатывается с сексом, поэтому можно много заниматься сексом. Ну или сколько-то. Главное, знаете, секс, сколько бы он у вас ни был, посвящать Плутону. Я сейчас не шучу, люди. Ведь когда я говорю про посвящать Плутону, да, так звучит странно, знаете, секс посвящается Плутону. На самом деле это очень важные вещи. Да, когда мы говорим про то, что я это посвящаю кому-то, это значит, что мое сознание в этот момент настроено четко на эту энергию, на эту проблему. И вся энергия будет уходить туда. Это очень важные вещи. Для чего строятся храмы, для чего делаются обряды, да, посвященные кому-то, какому-то богу. Потому что это то, что кормит эгрегор. И эгрегор становится к тебе благонастроенным. Не знаю, есть ли такое слово, сейчас будет. Поэтому это очень важные вещи. Да, Плутон отрабатывается сексом, отрабатывается магией, отрабатывается походами на кладбище, например. Опять же, либо берете камни Плутона. Камни Плутона у нас. Слушайте, самое сильное, конечно, в такой ситуации, если вы хотите действительно, чтобы вас вытащило из этого, берите Марион. Сильнее всего Марион. Можно Раух темный. Да, потому что вот к Сатурну относится более светлый Раух, к Мариону более темный Раух, такой прям темный-темный. Это может быть, опять же, соответственно, Марион. Марион здесь будет лучше всего. Это может быть, его трудно достать, черный гранат. Так, есть ли какой-то день недели или лунные сутки Плутона? Значит, смотрите, день недели у нас – это высшая неделя магическая, это тоже вторник, потому что Плутон условно в астрологии считается сверх Марсом. Лунные сутки Плутона, значит, это 13-й лунный день. Относится к Плутону, да, можно, опять же, делать практики его. Это 13-й лунный день, и это 23-й лунный день.
13 и 23 лунные дни, когда вы можете отрабатывать, собственно говоря, да, энергию Плутона. Либо для тех, кто хоть чуть-чуть знает астрологию, вы можете использовать транзиты Луны к Плутону. Допустим, у нас раз в месяц Луна будет проходить прямо через Плутон. То есть вот в этот день будет идти самая сильная отработка. Либо оппозиция. То есть вот два дня в месяц самые сильные по прохождению, либо по оппозиции. Так, ну вот, Анастасия у нас живет напротив кладбища. Вообще все отлично. Так. Можно запрашивать ритуал во славу Плутона. Конечно, да. Я вот об этом же сейчас, да, Анастасия, вы абсолютно верно мыслите. Я как раз в эту сторону сейчас, да, все и клоню. Это делать посвящение. Это делать посвящение. Потому что иначе, да, вы из этого коллективного поля выбраться очень трудно. О, учу некро. Вообще отлично. Уже вообще отлично. Фу, так, зайки мои, задайте вопросы, да, и что-то понятно, что непонятно, что еще хотелось бы узнать, да, вот я сейчас готова на них ответить, и если вопросов нет, то я откланяюсь, Про вебинар рассказала, И про завтрашний вебинар сказала. С маятником, кстати, очень много чего можно делать. Им можно такие воронки откручивать, как раз те самые энергетические напряжения снимать. Так, свеча Плутона цвет. Свеча Плутона бордового цвета. Бордового цвета. То есть это такой темно-красный. Темно-красный – это классика цвета Плутона. Может быть еще такой, знаете, очень интенсивно-коричневый. Так, посвящение делаем трем планетам, а по большому счету четырем: Марс, Плутон, Сатурн, Юпитер. Да, это у нас вот сейчас та компания, которая устраивает весь трэш, который происходит. Я вам пример с комнаты, да, привела, где у нас пессимист, оптимист и военный рыцарь Марс. И забыли мы про Плутона. Так вот, знаете, Плутон – это будет тот персонаж, который эту комнату давно уже заминировал. И они могут в ней разбираться сколько угодно, но он уже втихушку давно там напакостил и точно знает, что никто не выйдет. Поэтому, в общем, ребята серьезные. Но еще раз, люди, все можно пережить. Нужно просто спокойненько, конкретно это отрабатывать. Потому что, когда вы понимаете, что энергия – это, что вся планетарная штука – это энергия, то, соответственно, мы с ними можем энергетически работать. А все до 21 января. Ну да, примерно где-то так. Я сейчас смотрела, уже раскручивала. Сейчас скажу, еще раз гляну. Ну, где-то так. Еще раз, будут волны. Да, я сказала, называла еще какое-то число. По-моему, слушайте, 16, 14, 16, 17 декабря. В ноябре у нас еще есть там точка опасная. Ну вот Марс пройдет по Урану и сделает квадраты. Да, это 21 января, в общем, вот там где-то весь трэш. Другое дело, что, понимаете, какая штука. Мы во всю эту херню попадаем в Новый год. А в Новый год закладываются годовые ритмы. Я очень надеюсь, что нас всех пронесет. Так, а можно 4 свечи каждому и какого цвета? Ну да, по свечке каждому цвета я все назвала. Сатурн черный, Марс красный, Юпитер фиолетовый и Плутон темно-красный либо коричневый. Отдохнула сказочно, вообще сказочно. Эфир сохраню. Прогноз на 21 год сделаю обязательно чуть попозже. 10 января опасная точка. Да, еще какая-то у нас была там в ноябре и в декабре. Ну, я вот говорила, там осталось все в тексте, я сейчас уже... Так, 29-й лунный день, какие магические ритуалы можно делать? Так, 29-й лунный день. Вот я собиралась делать как раз эфир, посвященный 29-му лунному дню, но, видите, вот меня перебила эта тема. Откройте, пожалуйста, на мой канал в Ютубе, Светлана Таурта в Ютубе, и у меня там есть эфиры про 29-й лунный день. Кому интересно, там есть конкретные эфиры. 29-й лунный день сейчас, конечно, нужно к нему очень серьезно готовиться. Во-первых, это у нас 29-й лунный день перед Хэллоуином.
Поэтому сбросы надо делать все максимальные. У нас же вообще этот октябрь очень непростой месяц. У него два полнолуния, это двухполнолунный месяц. Поэтому он сильный очень. Вот. Плюс это у нас последний 29-й день перед Хэллоуином. По поводу Хэллоуина, кстати, следите за рекламой. Хотим сделать два мастер-класса. Один онлайн, один офлайн. Поэтому все, кто в Санкт-Петербурге, прям заранее говорю, можете приходить к нам офлайн, будет у нас самый мощный мастер-класс, это мастер-класс Хэллоуин для тех, кто в Питере, и для мастер-класс онлайн будет для тех, кто, так сказать, не может физически присутствовать. Так, чистки, естественно, 29-й лунный день у нас всегда посвящен чисткам, посвящен вольтированиям, так что это будет такая, да, это такая серьезная штука. Цена Хэллоуина, слушайте, будет, наверное, обычно, как обычно, 3 тысячи. Я программу сейчас вот начала составлять. Я думаю, что будет 3 тысячи, как обычно. Причем Хэллоуин будет и офлайн, и онлайн. И онлайн будет Хэллоуин прямо с ритуалами. Будет заранее, да, выслано, что нужно делать, что нужно подготовить, потому что будем делать прямо ритуалы. Да, не только буду рассказывать про всякое разное, будем прямо делать серьезные ритуалы групповые, большие, на Хэллоуине. Вот, в общем, про Хэллоуин рассказала. У нас будет еще очень интересный, кстати, вебинар. Вот сейчас 15-го, завтра, это мой вебинар по магии маятника. А потом, 22-го числа, будет вебинар по магии имени. Очень крутой. Это вообще все способы заколдовывания имен. Тоже можете посмотреть. Можно ли с Флорианом? Сережа, с Флорианом, конечно, можно. Вообще может прийти один Флориан. Конечно, можно с Флорианом. Главное, чтобы Флориану было где его там уложить, чтобы ему было комфортно спать, пока мы будем шаманить. Так. В круге будем колдовать, все будем делать, да, в онлайне прямо будем проводить настоящие ритуалы, все опыт показывает уже, мы в этом деле довольно много же, уже работаем плотно, все прекрасно идет в онлайне, магический круг создается, чистки групповые идут очень хорошо, поэтому все отлично. Так, все, дорогие мои, значит, не пропускаем у нас с вами 29-й лунный день, чистимся, ставим защиты, вольтируем, все делаем, ну и в пятницу, конечно, новолуние. Ох, в общем, волшебничаем. Если будет свободное время, может быть, еще в пятницу какой-нибудь сделаем эфирчик про новолуние маленький. Можно будет посмотреть, что там в гороскопе по новолунию. Тоже все перед Хэллоуином, такие последние мощные точки. Так, все. Всем хорошего вечера. Очень приятно было пообщаться. Всем пока-пока-пока. Так, завершаем.